Как она, ничего? Да ничего, здорово. Как она, ничего у тебя? Денег дашь? Да, конечно. Сколько? Да рублей 500 дам. Давай. А зачем? Чего собрался брать? Молока. Молочко — это хорошо, Владимир Иванович. А? Хлеба взял. Лаваш, я вижу. А где взял? У горки. Это ты что, с утра с ним таскаешься, что ли? Нет. В обед взял. А уже вечер. Ты что, с ним ходишь весь день с пакетом? Нет. Поем. Сигарету дашь? Ты же знаешь, Владимир Иванович, чего же я не дам. Где был сегодня? Дома. А я по делам ездил весь день, на Ваннике был. Куда? В Наваннике был. Зачем? Ну, делал там документы кое-какие. К Эдику заезжал. Дал денег? Не, ничего не давал. Когда в Москву поедем? Да не в Москву, а в Питер мы собирались. Ну, с Филонова до Москвы ехать, на поезде, а там на машине. Ну да, так и хотели. Если получится, Владимир Иванович. Денег-то нету. Там билеты одни 30 тысяч. Туда-сюда. Ты понимаешь? Ну, все понимаю. Ну вот. Деньги будут, то поедем. А нет, дом перекинтуемся. 30 тысяч до Москвы. Билеты туда-сюда, да, на троих. Еще Олежа ж брать собирались. Только билеты одни, Владимир Иванович. А денег нема. На поезде. На троих, туда-сюда. Так и получается. У тебя нету денег? Нет. Ну, давай набирать. Где? Ну, где? Ты же где-то берешь. У людей. Собирай на билеты. Сколько? Ну, 1015 ты, 1015 я. Угу. Наберешь? А? Числа 6-го надо уже отваливать. После Пасхи сразу. На следующий день. Чтобы попасть туда на 9 мая. Праздник же будет большой. День Победы. Ну. Набирай, я буду набирать. 1015? Если получится, поедем, да. 1015, а то сколько же? Пополам. Ну что, дать денег? А? Пошли в магазин. В Акуле кофе попьем. И денег дам как раз тебе. А у тебя сколько денег? Я ж тебе сказал. 500 рублей? Ну, дам, да, 500 и кофе попьем. Курить возьму, Владимир Иванович. Чтоб ты не спрашивал меня опять. Всем добра, друзья. Едем дальше. Не забываем Телеграм, Инстаграм, ВК, Одноклассники, ТикТок. Тоже у нас в ТикТоке 155 тысяч подписчиков, как и здесь. Только там старые все видео, которые наверняка вы не видели. Переходите по ссылочкам. Все ссылки в описании, в шапке профиля. Кому как удобно, пишите в личку. Отвечу всем. Ну а мы едем дальше.